История создания Библии Марка Шагала началась в середине 1920-х годов, когда парижский издатель Амбруаз Валлар предложил художнику сделать серию иллюстраций «Книги книг». Шагал с энтузиазмом принялся за работу, и вскоре заказ был выполнен. Однако результат труда художника мир увидел лишь спустя четверть века. В 1956 году швейцарский издатель Терьят выпустил полное издание Библии Марка Шагала со всеми дополнительными листами, созданными им в период с 1952 по 1956 года. На волне успеха издания Библии Терьят заказывает Шагалу дополнительную серию литографий на библейские сюжеты, которая должна была украсить эксклюзивный номер его культового художественного журнала «Верв». Итогом стала одна из самых прекрасных цветных графических серий, которую когда-либо делал Марк Шагал. Библия Марка Шагала, как и все, что он создал, является материализации внутреннего, духовного видения самого художника. Библия ожила, тронутая его кистью. Кистью гения и древние иудейские писания засверкали ярким огнем воскресшего таинства. После успеха издания 1956 года с красочной библейской серией Марка Шагала сотрудничество гениального художника и издателя Терьяда продолжилось, и в 1960 году вышел новый номер журнала «Верв» с рисунками к Библии, в который вошли 25 цветных и 26 черно-белых литографий. В монохромных листах появилось обычное для художника виртуозное владение магией черного и белого. В цветных листах Шагал говорит со зрителем праздничным и эмоциональным языком красок, отвечающих своей глубиной и чистотой первозданности образов. В своих рисунках он обращается к темам сотворения мира, грехопадению, рассказывает историю Руфи и Эсфири. Самые последние цветные литографии серии посвящены Иову и исполнены глубокого драматизма.